Меня зовут Галина Миг, я являюсь руководителем детского центра IQ в городе Санкт-Петербурге. У нас с центром IQ в Армении договор о сотрудничестве, и мы развиваемся и действуем в одном направлении. Я специально приехала на семинар, который был организован в Армении и проходил здесь в течение 3 дней. На этот семинар приехал ведущий гуру в мире арифметики, ментальный Дэвид Ляо. Он уже около 50 лет занимается арифметикой ментальной и преподает в 25 странах. Семинар прошел очень хорошо, на высоком творческом таком и профессиональном накале. Очень много преподавателей, практически все сдали на уровень одной звезды, это уровень учителя. Это международный сертификат, и надо отметить высокий уровень подготовки армянских педагогов. Потому что в декабре, например, когда семинар был в Москве, из 48 преподавателей сдали всего 10. На этом семинаре практически все преподаватели сдали. На нем присутствовали гости из России, из разных городов, из Санкт-Петербурга, из Москвы. Люди приехали из Сибири, из Байкала. Был представитель из Крыма. Обстановка была очень хорошая, очень дружелюбная, и мы очень многому научились, и очень благодарны Армении за то, что нас так тепло приняли, и мы столькому научились и так много увидели за эти дни. Организатором этого мероприятия является руководитель и владелец сети IQ. Юлия, она потрясающий человек, очень профессиональный педагог, который в своих центрах обучает своих педагогов и поддерживает очень высокий уровень преподавание арифметики ментальной. Мы желаем центру IQ развития, благоденствия, хороших преподавателей, хороших учеников. И очень хотим, чтобы правительство Армении и образовательные государственные школы обратили на такое направление в сфере образования, как арифметика ментальная.